Библейский портал exeget.ru представляет. Здравствуйте, братья и сестры. Все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале exeget.ru, И сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славе явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. И сказал ему, «Выйди из земли той, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на семь месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака, и обрезал его восьмой день, и Исаак родил Иакова, и Иак Иаков же двенадцать патриархов. Видим, что Стефан, архидиакон, исполнившись Святого Духа, начинает говорить проповедь и объяснять первосвященникам, которые спрашивают, так ли это, объяснять, что все пророчества, которые были в Ветхом Завете, и не только пророчества, но и прообразы самой жизни и действия патриархов, они указывали на Христа Спасителя. На что здесь надо обратить внимание? Вот, например, Беда Достопочтенный пишет, цитата, «Относительно слов Стефана следует заметить, что в отличие от книги «Бытия», Стефан утверждает, что Бог говорил с Авраамом не после смерти его отца, который, конечно, умер в Харане, где с ним жил и сын его, но до того, как он стал жить в этом городе, еще когда он был в стране Месопотамской, который расположен и сам этот город конец цитаты что здесь хочешь сказать достопочтенный то что бог когда мы читаем с вами один когда мы с вами читаем призвание авраама в книге бытия то мы видим что бог призывая авраама начинает с ним разговор только лишь тогда когда Авраам после 11 главы выходит из Месопотамии, когда умирает его отец, и здесь первые строки ⁇ это обращение Бога к Аврааму, 12 главы. Но Стефан в своей проповеди говорит о том, что Бог общался и до этого с Авраамом, еще там, когда он находился в этом Уре Халдейском. Это нам говорит о том, что Стефан очень хорошо знал то иудейское предание, которое было и знакомо людям, к которым обращался, первосвященникам. Поэтому, если даже в те времена не пренебрегали, уже будучи Духом Святым, движимы, и Стефан Первомученик не пренебрегал даже иудейским преданием для проповеди, то почему некоторые сегодня отвергают предание апостольское, которое есть Дух Святой, живущий в церкви. Это очень хорошо заметно здесь, что он ссылается на историю, которая не записана в Священном Писании, а отражена в предании. Итак, видим, далее читаем 9 стих. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал его мудрость его и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли, во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф послал, послав призвав отца своего Иакова и все родство свое душ 75. Иаков пришел в Египет и скончался сам и отцы наши. После истории, после истории которую напоминает Стефан, первосвященникам и всем собравшимся судить его, историю с Авраамом как мужем веры, в котором сказано, Господь говорит, если вы замолчите, то Господь из этих камней создаст себе детей Авраамовых. Если вы замолчите, камни взбьют. Не по плоти, говорит он, дети Авраамовы, но по духу. И далее Стефан переходит на историю, связанную с предательством братьями Иосифа. Мы помним очень хорошо эту историю, она изложена в книге «Бытие». Там говорится о том, как братья продают и ищут выгоду, продают Иосифа за 20 сребреников, но любящим Бога все содействует ко благу. Даже проданный в Египет, он там становится, как мы знаем, вельможей. И ничего фараон не знал, хотя и там терпит множество скорбей. Об этом внимательно можно посмотреть беседа на книгу «Бытия». Но тем не менее, выходит из всех скорбей, которые постигают его с честью. И не только с честью, но, как и сказано, что голод был в той стране. И те, которые его продали, потом пришли от него же и кормиться. Это указание на Господа и Спасителя Иисуса Христа, на его кровную жертву. Нас ради человека и нашего ради спасения на кресте. Он тот, которого предали и продали. Но от него сегодня, приходя в храм Божий, мы слышим эти слова. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Тот, которого мы предаем и распинаем часто даже своими грехами и отступлениями, от него, тем не менее, мы питаемся через покаяние, приходя к этим живоносным и животворящим тайнам Божьим. Всю историю, сначала он говорит о вере Авраама, Стефан, всю историю он представляет и старается им показать все эти образы, которые они, замкнувшись, сами в себе, как сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. И не только приняли, не приняли, но и распяли. Но здесь стоит обратить внимание, что сказано, что Иаков перешел в Египет и скончался там, и отцы наши. Мы знаем, что Иосиф да, скончался там и повелел, чтобы перенесли его мощи. Но ничего не сказано в Священном Писании о том, что и все патриархи скончались в Египте. Опять обращаю наше с нами внимание, что здесь говорится о предании. Эти вещи были известны первосвященникам, это было иудейское предание, которое не записано в священном писании. Это, я стараюсь обратиться к тем, кто отвергает священное предание, что даже Иосиф здесь не цитирует буквально тексты Божественного Откровения, а прибегает к иудейскому преданию, которое, снова повторю, не отражено в книгах Ветхого Завета, мы этого не найдем. Хотя есть некоторые упоминания, например, то, что касается еще, на что надо обратить внимание, Иосиф послал призвать от родства своего Иакова и все родство душ 75. Когда считаем, насчитываем 70. А здесь написано 75. Но если, говорят, прибавить сыновей Иосифа и внуков, то там получается около 75. Значит, в предании было, возможно, еще какое-то имя. Можно, некоторые говорят и так. Итак, перенесены были они в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам, ценой серебра у сынов Емора Сихемова. Тоже знаем о том, что в Священном Писании таких подробностей мы не находим. Опять Стефан здесь обращается к святому преданию. И мы читаем далее. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждал их бросать детей своих, чтобы те оставались в живых, чтобы те не оставались в живых. Здесь Стефан переходит, святой Стефан первомученик переходит на историю, связанную с Моисеем, то есть он сначала говорит о Аврааме как мужа в вере, то, что нам необходимо для того, чтобы принять Христа. Потом предостерегает нас от опасности предательства Христа. Теперь начинает в лице Иосифа, теперь начинает говорить о Моисее, о промысле Божьем, о промысле Божьем, который всегда, как сказано, око, всевидящее око, которое всегда печется о нашей душе. Бог всегда заботится о нас. Если даже сказано, родная мать откажется от тебя, я от тебя не откажусь никогда. И вот показан промысел Божий о Моисее. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. И когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. Научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Не зря он здесь упоминает, что научен был мудрости египетской. Мудрости египетской. Потому как, вот, например, Василий Великий, мы читаем у него, он пишет о том, святитель, что мудрость, мудрость светская, выражаясь таким вот простым языком, она не повредит человеку, если только человек употребляет ее во славу, Божию. Но если она человека, другими словами, если сказать, отвращает от святого предания, которое есть Дух Святой, живущий в церкви, то зачем она тогда и нужна? И из истории Моисея он показывает, что Моисей не прельстился этой мудростью как некой самодостаточности, самодостаточным знанием. Что же дальше? Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из обижаемых, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут его братья, его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Действительно, так бывает часто, когда мы стараемся разрешить какие-либо споры, заступаемся за своих братьев, Заступаемся за своих сестер в каких-то конфликтных ситуациях, то происходит порой так, как это произошло и с Моисеем. Недопонимание, чего он лезет, не в свое дело и прочие упреки. Они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы братья, зачем обижаете друг друга? но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав. Видите, он пишет здесь опять же Стефан произносит эту проповедь, но в Священном Писании мы находим, что он оттолкнул его такие вот подробности. Пять они связаны с преданием, которое очень хорошо знали иудеи. И снова повторю, если здесь не пренебрегает Будучи движимый Духом Святым преданием даже иудейским для проповеди Евангелия, почему некоторые сегодня его отрицают, хотя о нем в Священном Писании о предании сказано. Есть такие удивительные слова. «Стойте, братья, держитесь, предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Это второй послание к фессалоникийцам, вторая глава, 15 стих. Там три составляющих — предание, слово и послание. Что такое предание? Это, то, что, это не то, что мы придумали, а то, что приняли и сохранили в день Пятидесятницы. Дух Святой, живущий в церкви. Что такое слово, слово Божие, которое мы с вами читаем. Что такое послание, то, в котором эти слова изложены. Поэтому предание отвергается старцев, да, иудейское, надуманное. Но это предание было живое. Тем более живо сейчас предание апостольское. Вот интересно, что Далее говорится, что Моисей бежит в Египет, и вот у Григория Низкого есть такая цитата у святителя, он пишет. «Верно сказано, что человек, который внимает одновременно языческим и отеческим наставлением, оказывается словно посреди двух противников. Противников. Тот, чья религия, противоположна еврейскому учению, вступает в борьбу и стремится оказаться сильнее израильтянина. И он показался таким многим, верхоглядом, которые, оставив веру отцов, перешли на сторону врага и стали предателями отеческого учения. Святитель Григорий Низкий таких людей, которые отвергают отеческое учение, называют верхоглядами. А, между прочим, Федор Михайлович Достоевский пишет так. Начитались предисловий, и теперь думают, что умнее всех. То есть поверхностные знания, неуглубленные знания они очень опасны. Они ведут людей к непониманию главной цели человеческой жизни. Какой? Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Не хочешь ли ты, продолжать историю, рассказывать, стараясь достучаться до этих людей, не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина, как это толкнувший его, говорит Моисею. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнению сорока лет явился ему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горящего черного куста. Эта история рассказывается в третьей главе книги «Исход». Мы помним, что там были слова Господа который взывал «Моисей, Моисей, сними обувь твою». И вот Сифан первомученик рассказывает об этом. «Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраам, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, «Сними обувь снов твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и с Юдиою, всего Бог чередан, через ангела, явившегося ему в Терновом кусте, послал начальником и избавителем. Видим, как постепенно Стефан Первомученик старается подготовить сердце этих людей для того, чтобы они восприняли в этих образах Христа Спасителя. Вот и терновый куст, это терновый венец. Вот и огонь горящий, указание на Святого Духа, которого они только апостолы приняли, о которых мы читали в предыдущих главах. Вот он и глаз с неба, вот и те, которые оттолкнули Христа, и не только оттолкнули, но и распяли. Так и сказано. Так он и говорит кто тебя поставил начальником и судьей? Так и они обвиняли Христа. Кто ты такой, что учишь, что крестишь? Сей, как далее сказано в 36 стихе, сей вывел их и сотворив чудеса и знамени в земле египетской и в черном, в черном море, и в пустыне, и в продолжении 40 лет. То есть он и указывает на то, что Моисей вывел их из рабства, из рабства Египту так и Христос вывел нас из рабства. Из египетского рабства, из духовного рабства. Как призывает к этому святитель Иоанн Златоуст, он говорит, убей египтянина внутри себя. Сегодня можно сделать такой призыв в веку секулярному пораженной идеологии западной культуры. Убей в себя европейца и американца. Зачем нам подражать? Сказано, подражайте мне, как я Христу. Нам необходимо библейское понимание смысла жизни, святоотеческое понимание образа жизни. Все это наносное, вся эта наносная культура, мы думаем, что она откуда-то родилась сама по себе? Нет. Это все оккультизм, всего неопротестантизмом, то, что касается Соединенных Штатов. И оттуда вырастает культура поведения. И мы видим, какая она кто не согласен, получают дубинкой превентивного удара по голове, либо санкционными, потому что знают, что могут ответить, тогда санкции. То есть все это результат такого юридического, рационального, рационалистического даже подхода в области духовной, которая зародилась некогда в протестантизме, перекочевав кто знает хорошо историю реформации, перекочевав, в общем-то, из католицизма как такового. Это все такие тезисы, но кому интересно и кто знает все это, понимает, о чем здесь идет речь. Итак, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившему на горе Синай и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринув его, и обратились сердцами своими к Египту. Сказав Арону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Странная ситуация. Вот он выводит их из земли египетской. Вот они идут по уже выше, уже свободными людьми. Идут по пустыне, получают заповеди, знают, как жить, сами стояли и говорили Моисею, иди и дай нам, скажи, как нам жить дальше, что нам делать, и все слова закона сего, помните, ведь книга Исход, они стоят перед горой Синай, все, что скажет Господь нам, исполним. Это такие обеты, которые мы с вами тоже даем при святом крещении. Исполним, да, веруешь ли, верую, или за нас когда-то поручались, когда мы воцерковлялись, когда была эта первая любовь, которую мы не потеряли. Но проходит какое-то время, и подобно как той истории, золотой телец начинает порабощать наше сознание. Что нам есть, и что нам пить, и во что одеться. А Господь нам говорит, маловеры, что вы думаете об этом? Посмотрите на птиц, разве они сеют и жнут? Посмотрите на травы полевые, разве они что-то делают для того, чтобы быть так прекрасно одеты, как и Соломон не одевался в своей славе? что вы заботитесь. И снова повторяет, и хочу повторить эти слова. Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам. Что не надо заботиться, надо, но прежде Царствие Божие. А все остальное уже приложится. Чтобы не получилось то, что произошло, и о чем предупреждает, предупреждает и апостол Павел неоднократно, что сребролюбие есть идолослужение. Дьявол очень незаметно, он как змея гремучая, ползучая, вкрадывается в сердце и старается там нарушить эту иерархию ценностей. На первом месте Бог, потом семья, а потом все остальное. Он старается все остальное, да, а потом уже, если петух жареный, клюнул, Господи, где ты? Итак, сказав Арону, они сделали там себе золотого тельца. И сделали с те дни тельца, и принесли жертву идолу, веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев принесли, принесли ли вы мне заколание и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Малоху, и звезду Бога вашего, Римфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона. Действительно, они начали поклоняться Римфан, это Венере, богине Венере, ангелам, воинству небесному. Это, это не что иное, как астрология. Да. Они начали обожествлять звезды, движение планет, вычислять по ним и гадать. Начали поклоняться Малоху, этому языческому мерзкому богу, которому часто приносились жертву и грудные младенцы. Все это известно, и все это можно подробно, кому интересно, посмотреть толкование беседу на 11 главу книги «Бытия». Там рассказывается о Вавилонском столпотворении и о всех мерзостях, которые творились поклонение этим богам. Также и о Штарте, которая тоже олицетворяет собой в некой мере поклонение Венере. Скиния свидетельства была у отцов ваших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу им, виденному. Видит? Видите? Он напоминает им, что поклонявшись Малоха и оставив Бога, впав в поклонство, разве Бог не дал вам скинии небесной? по образу и подобию, которая была показана. Для того, чтобы... Для чего была дана скиния? Чтобы напоминание было постоянное о Боге. Потому как человек, у него память, она склонна к забвению все, что Бог сказал. И поэтому, чтобы они помнили, было дано и наглядно. Поэтому у нас сегодня есть и храмы Божии, чтобы не сама цель построения храма, и архитектура храма, и иконы, и их красота. Конечно, это все благолепие, оно очень возвышает дух, скажем, человека. Но не в этом смысл и цель, а именно в чем? В возвышении духа человека, как напоминание, но не самоцель. «Отцы ваши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изнанных Богом от лица отцов ваших. Так было в дни Давида». Мы видим, что переходит теперь уже и на пророка Давида. Он показывает всю эту родословную. Авраам, Иосиф, Моисей, Давид. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти, чтобы найти жилище Бога Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний в нерукотворных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой, и земля под ног моих. Какой дом созиждется мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили, убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Мы видим, что первомученик Стефан уже переходит к такому призыву к покаянию, что все образы, которые я вам привел, они очевидно говорят сами о себе. Авраам, Иосиф, Моисей, Давид — и говорит о том, потому что, почему он здесь говорит о храме, потому что евреи, иудеи, они надеялись тогда на то, что вот у них есть храм Соломонов, где они могут приносить очистительные жертвы. Действительно, это так. Действительно, он был построен для этого. Но они стали больше надеяться на само действие, на свои дела, на свои жертвы. Поэтому псалмопеец Давид еще тогда, в ветхозаветные времена, так и воскликнет, что Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Жертва и всесожжение не угодно мне. Братья и сестры, давайте посмотрим. А сегодня не слишком ли мы увлеклись строительством, архитектурой? Мы какой-то целью жизни поставили вот была пандемия, и некоторые, некоторые сказали, без храма как же можно жить? Слушайте, иудейские вообще понятия? Без храма можно жить, без Христа нельзя. Без Христа нельзя, без таинств нельзя, но без самого сооружения можно. Любой священник законный. Так многие делали в период пандемии. Приглашали священника домой, служили литургии с антиминцем, причащались святых христовых тайн. Без храма жить нельзя. Какой-то перекос такой. Не слишком, ли, не слишком ли мы здесь погрузились, может быть, в сознание иудаизма? так обличает первомученик Стефан. Он говорит, нерукотворный храм живет, Бог в нерукотворных храмах живет. Нужны храмы? Да, конечно. Хорошо, когда в храме молиться? Конечно. Соборы, храмы, великолепие, определенная обстановка, но не, не это главное. Главное не потерять Христа Спасителя. Вы, говорит Господь, храм Духа Святого, живущего в вас. А то, может быть, храм наружный хороший, а внутри люди, которые приходят, осуждение, сварливость, вечная болтовня, неутихаемая. Поэтому так и говорит. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Святого Духа, возрел на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего десную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого, сидящего десную Бога. Но они закричали громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него, вывели за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побив камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Видим, что они даже не хотят слушать слов, которые говорит он им. Разве он говорил им что-то о язычестве? Разве он учил их поклоняться другим богам всей истории? который он привел про образы о Христе Спасителе, он призывает их к покаянию, но они не хотят этого слушать. Почему? Потому что они говорят, кто такой, что он учит нас? Мы люди ученые, очень высоких степеней, а раз они у нас есть, нам покаяние теперь уже как бы и не нужно, и не то, что не нужно, а нас раздражает этот простолюдин какой-то здесь, прихожанин, учит профессора богословия. Вот какая ситуация, оказывается, здесь сложилась. Но мы помним, что преподобный Иосиф Волоцкий говорит и наставляет нас так. Овцы, не пасите пастырей. Не говори, этот пастырь достойный, а этот недостойный. Всяк достоин, недостоин, только еретик. Поэтому надо смотреть, право ли учат. И каждый прихожанин, знающий хорошо Священное Писание, катехизис отцов церкви имеет право, посоветовавшись, всегда сказать, что вот здесь вот было не совсем точно. Мы видим, что ну, на них это производит страшно. Да, и кто соберется это сказать, помните, что произошло здесь. Они начали скрежетать зубами, затыкать уши. Почему? Потому что для одних Слово Божие — это как благоухание духовное, как пишет апостол, а для других — запах смертоносный а им было это ненавистно, правда Божья им была ненавистна. Что они делают? Они убивают Стефана первомученика, побивают его камнями. Но что он делает? А он подражает Христу, как призывает апостол Павел подражайте мне, как я Христу. Он молится за тех, кто убивает его и говорит Господи, не вмени им греха сего. Это нам подсказка, как нам надо поступать с теми кто гонит нас, с теми, кто не хочет слышать слова Слова Божие и правды Его. Священномученик Стефан, моли Бога о нас. Аминь.